Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим, из чего состоит музыка, о ее выразительных средствах. Мелодия. «Душа музыки», — говорил Петр Чайковский. Мелодия всегда будет самым чистым выражением человеческой мысли – гуно. Ритмический рисунок определяет порядок, симметрию. Музыкальный лад. Мажор звучит радостно, весело, минор – грустно и печально. Скорость звучания – это темп. Быстрый темп – аллегро. Умеренный – sostenuto. Медленный темп – adagio. Музыка может звучать в низком, среднем или высоком регистре. Ее можно исполнять громко или волнующе тихо. Это динамика, громкость звука. У каждого музыкального инструмента своя окраска звука. Это тембр. А теперь закрепим наше полученное знание. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. А теперь жду обратную связь от вас. Насколько доступен материал, степень его сложности и полезности. Спасибо!